Да что ж такое, только все полили, и опять пора валить, пока не замело все опять. Да, ну все, вырваться не успел. Все. Колом, сидите дома. Не может быть, не может быть, они существуют. Существуют. Ну чё ты там? Все что ли, кончилось? Давай, пшикай. Так-так, уже девяточка уже. Так, 12:36. Ну что, ставочки делаем, успеем, нет? Пошло дело. Вроде в тайминг едем. Так-так, инфа именно для владивостокских автолюбителей. Братва, езжайте через объездную. Да, тут скользко, но тут пусто, вообще никого нет, никаких пробок. Едьте 40 км в час, и все будет ништяк. Но почему все, блин, толкаются по центральным улицам, а объездная пустая? Вон даже техника ходит! Сейчас польют, и вообще будет огонь. Ну что-то снег-то меня не отпускает. Тут-то тоже метет. Владивосток, ну вы там как, держитесь?